Братья, варгейм рус. Фаланга и легион в бою. Фильм второй. Структура фаланги и способы ее построения перед боем. Как происходило движение фаланг друг на друга. Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение греческой фаланги. В предыдущем фильме мы разобрали 4 теории, популярные в данный момент в научной среде, о том, как функционировала фаланга в бою. Все эти теории ошибочны, и мы доказали это. Для понимания того, о чем мы будем говорить в этот раз, обязательно нужно посмотреть предыдущий фильм. По ссылке это сделать просто. Для тех, кто смотрел, мы продолжаем. Структура фаланги. Перед тем, как переходить к изучению нашей теории о смене шеренг фаланги, сначала нужно изучить ее структуру. Фаланга состояла из лохов, как бы это смешно ни звучало сейчас. Да нет, не из таких лохов. Там были достойные люди. Лох – это боевая единица фаланги. На раннем этапе развития фаланги лох насчитывал 100 воинов, то есть лох можно назвать сотней. Для начала покажем знаменитую схему древнегреческого лоха, предложенную Питером Коннелли. Сейчас мы докажем ошибочность этой схемы. Каждый лох состоял из 2 полусотен, называемых пентикостия, что буквально переводится как пятидесяток. Каждая полусотня включала в себя 2 иномотии численностью по 25 человек. Буквальный перевод слова «иномотия» с древнегреческого означает «братство». Иномотии в бою строились следующим образом. 3 гоплитов шли в первой шеренге, а за ними становились их боевые товарищи. Замыкал построение Ураг. Это был самый опытный гоплит в иномотии. На экранах вы видите название подразделений лоха и тех, кто их возглавлял. В скобках указано число воинов в подразделениях. Командир лоха – Лохак. Командир пентикостий – Пятикантер. Командир иномотии – Эноматарх и замыкающий Ураг. Итак, по схеме Питера Коннелли командиры лоха стоят в первой шеренге. На правом фланге располагается Лохак. Пятикантер был заместителем Лохака и занимал место в строю справа от своей пентикостии. Эноматархи возглавляли свои эномотии и располагались вот здесь. Но у нас есть к этой схеме и вопросы. Из нее получается, что командиры совмещали должности друг друга. Сотник осуществляет общее управление лохом. У него в подчинении находились 2 пятикантера. Но на схеме Питера Коннелли всего 1 пятикантер. У каждого пентикантера в подчинении 2 эноматарха. То есть их общее число должно быть 4. А что мы видим на схеме? Их всего 2. Получается, что Лохак совмещает должности не только пентикантера, но еще и иномотарха. А пентикантер непосредственно командует одной иномотией. Каждый иномотий должен командовать свой иномотарх. Такая же схема и в каждой полусотне. Как в современной армии есть командир роты и командиры взводов. Командир роты не командует одним из взводов непосредственно и вдогонку осуществляющий и общее руководство роты. Гарантировано, что в древности было так же. Командир лоха не должен выполнять функции и сотника, и полусотника. Такая же схема и в 4 иномотиях. Там были свои командиры иномотархи, а по Питеру Коннелли пятикантер выполняет роль одного из иномотархов и осуществляет общее руководство полусотни. Так не могло быть. Командиров явно не хватает. Зачем Питер Коннелли их убрал? Разве он не знал о том, что структуру управления лохом описал Ксенофонт? Я указал количество командиров и кто кому подчиняется. То есть 1 лохак, 2 пятикантера и 4 эноматарха. Ксенофонт. Полития. Лакедемонян. Глава 11. Абзац 4. Это вполне вменяемая схема, а у Питера Коннелли явная ошибка. Подчеркнем, что его схема неверная, так как противоречит письменным источникам и здравому смыслу. И эта схема от одного из ведущих специалистов по армиям древних греков. Как минимум странно все это и наводит на вопрос о компетентности иностранных ученых. Ведь все их теории о рукопашном бою, как мы доказали в нашем первом фильме, также были неверны. При этом Питер Коннелли полностью игнорирует тактику Элиана, главу 11,
где подробно описываются македонские командиры и их место в строю. Из этого можно подчеркнуть ценнейшую информацию для греческой фаланги, что мы, собственно, и сделали. Теперь мы покажем нашу схему лоха. Посмотрите на схему в левый нижний угол. Это лохак, командир лоха. Вот здесь стояли пятикантеры, полусотники. Расположение второго пятикантера было именно здесь, если проводить аналогию с македонской фалангой и тактикой Илиана. Ну а здесь 4 номотарха. Номотархи также располагаются по определенной схеме. Старший номотарх, командир первой номотии, стоит в ряду с лохагом и первым пятикантером. Второй номотарх стоит вот здесь. Третий номотарх расположен в ряду со вторым пятикантером. А четвертый номотарх, самый неопытный из них, расположен рядом с лохагом и под его присмотром. Все это также реконструировано на основании Илиана. Соответственно, с номотархами стояли их номотии, подразделение по 25 человек. Распределение рангов силы номоти было следующим. Первая номотия, где стоял лохаг, была самой сильной. Четвертая была самой слабой. И, соответственно, вторая была чуть слабее первой, а третья слабее второй, но сильнее четвертой. При этом построение номотии в лохе строилось так. Первая, четвертая, третья, вторая. То есть сильные бойцы стояли по флангам, а те, что послабее, в центре. Почему номотии располагались именно так? Неопытный боец имеет так называемое туннельное зрение. То есть от стресса человек в лучшем случае может следить только за действиями противника, находящегося непосредственно перед ним. Опытные же воины могут отслеживать действия сразу трех противников. У эльнов очень ценились диагональные удары, когда гоплит наносил удар не тому противнику, что стоит перед ним, а его соседу, который не ждет ударов в бок. Именно поэтому слабую номотию ставили между сильной первой и чуть менее сильной третьей иномотией. Так диагональными атаками опытные воины помогали своим менее опытным товарищам во время боя и приглядывали за ними на марше, чтобы те не ломали строй. Также при смене шеренг в лохах могла возникнуть ситуация, что два лоха с обеих краев начнут менять звенья, а рассматриваем нами лох, делать это по каким-то причинам не будет. Тогда получится, что на мгновение его фланговые бойцы будут открыты для боковых атак врага, и просто необходимо, чтобы в этот критический момент на опасных местах были опытные воины. А почему четвертая номотия состояла из неопытных бойцов? Лохак знал, что вот эти гоплиты, занимавшиеся в палестре у трех дубов, по качеству подготовки ни на что не годны. А вот эти бойцы из палестры Геракл, где тренером является его очень хороший знакомый, качеством лучше всех. Лохак перемешивал личный состав так, чтобы сформировать устойчивый строй. Сильные и слабые намотии также определялись и по опытности, и рангу в иерархии командиров этих отрядов. Слабую намотию выбить из лоха будет не так просто, так как ей будет помогать соседние намотия. Слабые намотии по фронту занимало всего 3 воина, и соседи могли копьям помогать им в бою, нанося диагональные удары по врагу. А вот выбить из фаланги слабый лох намного легче, так как у него по фронту 12 гоплитов, и помочь им не смогут соседние воины. Именно поэтому слабоподготовленных гоплитов не сводили в отдельные лохи, а сформированные из них номотии равномерно распределялись по всем лохам фаланги. Замыкают построение лоха 4 урака, при этом старший урак стоит в командирской номотии, что логично. Рядом с ним располагаются флейтисты и сигнальщик. Их, как правило, забывают все исследователи, но они имели очень важное значение для функционирования фаланги. Когда мы перейдем к перестроениям гоплитов в битве и на марше, мы поясним, почему наша схема расположения командиров имеет вот такой вид. Уверяю вас, что каждый командир стоит на схеме не случайно. Схему вы еще увидите и сможете в этом убедиться сами. В нашей схеме все приведенные Ксенофонтом, Фукидидом, Элианом командиры присутствуют и стоят на правильных местах. При этом обратим внимание, что у афинян была иная, чем в Спарте, структура комплектования намотий. Мы подробно разберем ее в отдельном фильме. Отметим также, что далеко не каждый полис мог выставить гоплитов тысячами. Чаще собирались сотни гоплитов. Лохи, сотни, укомплектовывались полностью.
По сути, боевая тактическая единица была сотня. И когда в древнегреческих источниках перечисляется численность противоборствующих армий, то сразу видно, что все считается тысячами и сотнями. Та же надпись на памятнике грекам, сражавшимся в битве при Фермопилах с персами, гласит: «Здесь некогда бились пелопоннесских мужей 40 лишь сотен всего». Как же на поле боя строилась и перемещалась фаланга? Вы видите, как на марше по дороге движутся друг за другом сотни. Это идут гоплиты, намереваясь построить фалангу. Вблизи это будет выглядеть вот так. За лохагом следуют гуськом первые на моте, все 24 человека. Рядом идут остальные три на моте, а именно четвертая, третья и вторая. В среднем пропускная способность дорог была в 4 человека, поэтому в таком строе идти было удобно и максимально быстро. Здесь мы показываем перемещение непосредственно из лагеря на поле боя. В лагере остался обоз с вьючными животными. Рядом также шли музыканты, сигнальщики и слуги гоплитов. И к этим слугам мы еще вернемся. Они выполняли ряд очень важных функций. Выходя на бой, эллины делали следующее. Сотни устремлялись друг за другом на правый фланг. В самой первой сотне находился и командир фаланги. Для греков 7-4 веков до нашей эры это был еще и главнокомандующий. Он, собственно, ее и вел в бой. Командир определял место, где нужно начинать строиться фаланги на поле боя. Он выстраивал свою сотню вот таким вот образом. По командирской сотне уже строились все остальные сотни, примыкая к ней. Обратите внимание, что греки стоят в разомкнутом строю. На каждого бойца по фронту приходится по 180 сантиметров. Именно в таком виде и никак иначе фаланга выстраивалась перед боем и начинала движение на противника. Разомкнутый строй позволял огибать препятствия, находящиеся на поле боя, например, деревья, кустарник, большие камни и тому подобное. Обогнув препятствия, ряды вновь набирали дистанцию между собой в 180 сантиметров и выравнивали строй фаланги, и если была необходимость для этого, переходили на бег. Если бы войско, находясь в 1000 метрах от противника, начало бы выстраиваться в плотное построение и накладывать щиты друг на друга, а потом еще и в таком виде идти навстречу с неприятелем, то это привело бы к разрушению строя фаланги из-за рельефа местности. Спотыкаясь об камни и пни, воины падали бы, увлекая своих товарищей на землю. К тому же дерево или большой камень нужно было как-то обойти, а вокруг плотно стоят другие бойцы. Это вырвало бы из фаланги целые ряды и могло привести к слому построения. Посмотрите на французских реконструкторов. Они, видимо, имитируют движение сомкнутой фаланги под обстрелом лучников. Обратите внимание, как падение одного воина увлекает за собой падение рядом стоящих. При этом видно, как воины разбегаются в стороны от упавших. Если бы гоплиты шли стеной щитов, то разбегаться было бы некуда. При этом кажется, что фаланга вовсе и не сломалась. Нет, в ней произошли серьезнейшие нарушения, а именно произошло перемешивание воинов в шеренгах. Если фаланги продолжат движение таким образом, то все воины потеряют свое место в строю и вымотаются от бесконечного числа падений и топтаний друг по другу. А для каждого воина занимать свое место в строю было крайне важно. Скоро мы расскажем, почему. К тому же выставить щиты на боевую и идти их крайне тяжело. Это гарантированно приведет к физическому истощению воинов. Очевидно, что нести тяжелый щит на ремне, перераспределив его вес на корпус, и совсем иное удерживать его левой рукой, изготовившись к бою. Посмотрите еще раз на схему движения фаланги. Если бы она шла по полю боя с сомкнувшимся строем, любой объект, расположенный на поле боя, создавал бы для нее большие проблемы. Если фаланга наступала бы в разомкнутом виде, то она огибала бы многие трудности и приближалась к противнику, сохраняя строй. При этом подчеркнем, что пока фаланга двигалась на врага, она неоднократно останавливалась и выравнивала строй. Гоплиты ждали отставших, ну, например, тех, кто застрял в кустах. Обратите внимание, что на момент приближения к противнику фаланга все еще имеет глубину строя в 25 шеренг. А между иномотиями, повторюсь, расстояние 180 сантиметров. Это крайне важно. Запомните, 25 шеренг в глубину.
Эта цифра постоянно всплывает при описаниях древних битв и является причиной совершенно неправильного описания древних сражений. Мы к этому неоднократно будем возвращаться в наших фильмах. Кто-то скажет, а как они замеряли дистанцию 180 сантиметров? Шли с линейкой, ага. Все просто, и линейка тут не нужна. Опытные командиры иномутий, пятикантеры и лохаги могли держать такую дистанцию между рядами при помощи своих копий, которые можно было взять в нужном месте и, направляя в сторону соседнего правого ряда, четко замерить дистанцию и сохранять ее. Сейчас так делает полиция, только вместо копий резиновые палки. Умение держать дистанцию между рядами было без преувеличения жизненно важным для фаланги. Представьте себе, как две огромные массы воинов выстраиваются друг против друга. Слуги суетятся вокруг своих гоплитов, поправляют амуницию, дают последний глоток питья из фляги перед боем. Звучит команда «Слогом выйти из фаланги!» Вся фаланга гудит, как улей. Но суета скоро заканчивается, и вооруженные камнями слуги проходят между рядами вперед, располагаясь нестройной массой перед фалангой. Звучит команда «Тишина в строю!» Скоро начнется. Напряженная тишина висит над войском. Представьте, что вы один из тех, кто стоит в строю, сжимая в руке древко копья. Над вами, в голубом небе, кружат птицы в предвкушении пира. Где-то сзади происходит жертвоприношение и гадание по внутренностям животного. Вскоре по войску волной разлетелась весть от жрецов о том, что боги даруют нам победу. На правом фланге подается команда «К атаке по команде!» Воины из уст передают этот приказ друг другу. Десятки троп урагов в каждом блоке дублируют его пронзительным ревом. Сигнальщики машут значками. Затем войско отвечает трубам, одобрительным единодушным криком тысячи глоток. Флетисты начинают играть мелодию первого пиано, знакомую с детства. Воины запевают священную песню, которую пели еще прапрадеды за сотни лет до того, как ты встал в строй, надев шлем деда и взяв в руки щит, врученный тебе на Акрополе. Звучит сигнал к началу атаки, и фаланга одновременно, как единое живое существо, начинает идти в сторону врага. Ты – часть этого огромного существа. От осознания происходящего кровь стынет в жилах. Ты слышишь, как перед вами ревут вражеские трубы, как зычный грозно их войско отвечает им, как они запевают свой пиано и начинают движение в вашу сторону, а вы продолжаете идти вперед навстречу судьбе. И очень скоро лично ты узнаешь, чего ты стоишь, и стоишь ли вообще. Увидишь ли ты сегодня летящих по небу птиц на закате? И вот фаланга наступает навстречу своей судьбе. Страх и волнение охватывают всех воинов, а особенно молодых и неопытных. А мы знаем, что фаланги часто были собраны из ополчения. От волнения кто-то начинает тормозить, иные же в стрессовой ситуации начинают прибавлять ход. Это будет разрушать строй. Для того, чтобы воины шли в ногу и удерживали равнение в строю, каждая сотня имела своего флейтиста. Боевая музыка позволяла, так сказать, поймать ритм. Флейта, как музыкальный инструмент, была выбрана греками не случайно. И именно звуки флейт и труб лучше слышатся в закрытых шлемах, таких как шлем каринского типа. Когда со временем греческие шлемы стали открытыми, духовые инструменты остались как дань традициям. Также для разгона страха и марша в ногу воины начинали петь пианы. Это были священные песни в честь бога Аполлона. Позже появились композиции, посвященные другим богам и героям среди людей. До нас дошли несколько текстов этих пианов. Мы приведем текст одного из них, называемый «Пиано Аполлону». Автор – Аристаной. Перевод «Глупца». Этот текст перед вами на экране. Чего-то там эпичного вы не увидите. Это перевод. Причем перевел, по своему разумению, интеллигентный человек, никогда не участвующий в рукопашной мясорубке. Смысл большинства реальных выражений и слов был утрачен. Нужно понимать, что когда эллины шли на бой и пели пиан, на них это производило впечатление и настраивало на сражение. То есть песня должна содержать слова, вызывающие прилив адреналина. Должно быть что-то эпическое, заставляющее бурлить кровь, но при переводе все это было утрачено.
И наверняка самих песен было несколько, и их пели по определенной очереди по мере приближения к противнику. При этом Фукидид сообщает интересный факт, описывая битву под Сиракузами. Напомню, что в то время в Греции существовало 4 диалекта. У сиракузян был дорический диалект, а у афинян – аттический. Войски афинян были также и союзники дарийцы из Пелопоннеса. В ночном сражении царила полная неразбериха. Когда союзники афинян начали у них за спиной петь пиан, то жители Аттики впали в панику, посчитав, что их окружили сиракузяне. Фукидид. История Пелопоннесской войны. Книга 7. Абзац 44. Так что у каждого диалекта мог быть свой набор уникальных военных песен. Для нас самое главное то, что в тексте пиана есть вот эти слова «Оэй, пиан», которыми заканчивается каждое четверостишье. На эти слова в песне наверняка делалось ударение. Их произносили особо громко сотни воинов. В этот момент весь строй делал шаг левой ногой. Как говорится в современной армии «Левый, левый, раз, два, левый». При этом левая нога не случайно выставлялась вперед. Боевая стойка гоплита в бою как раз была с выставлением левой ноги вперед. Таким образом, каждый куплет заканчивался боевой стойкой, которая говорила, что воин готов к бою. На уровне подсознания это несомненно работало и прибавляло бодрости и уверенности в себе воинам, а также позволяло держать строй. Ксенофонт прямо писал, что музыка применяла спартанцы при движении в ногу. Это верно и для фаланг других греческих полисов. Полиен, Стратегемы, книга 1, глава 10, Прокл. Напрямую указывает, что спартанцам было пророчество о том, что пока они идут в бой вместе с флейтами, а их враг без них, то победа всегда будет за Лакедемоном. При этом нужно понимать, что как только враги поймут, в чем сила Спарты и начнут применять флейты, то спартанцы начнут терпеть поражение. Эти слова подтверждают идею о том, что строй фаланги и маршевая музыка, задаваемая флейтистами, неразделимы друг от друга. Отметим интересную особенность спартанской фаланги. Древние авторы неоднократно сообщали, что музыкантов у спартанцев в войске больше, чем у прочих греков. Видимо, в Спарте каждая иномотия приводила своего музыканта. Так в Лохе у лакедемонян было 4 флейтиста, а у афинян только один. Пиан был своеобразным сигналом для войска, что сейчас начнется наступление. Когда первая песня заканчивалась, войско замолкало и ждало приказа полководца. Он отдавался устно, по рядам и шеренгам, из уст в уста. Каждый воин, услышав приказ, максимально громко повторял его. Так приказ быстро распространялся по всей фаланге. Затем сигнальщик из сотни полководца флагом подавал условленный знак. Он говорил о начале движения в соответствии с устным приказом и подавался еще сигнал трубой к началу наступления. Под флагом мы понимаем символы или иные предметы, которые могли выполнять эту функцию. К этому вопросу мы еще вернемся. Каждая сотня флагами повторяла сигнал полководца и дублировала его сигналом трубы. Все всегда дублировалось, так как на левом фланге совсем не факт, что могли услышать, увидеть приказы полководца. А так, фаланга от края до края точно знала, что ей делать. Фаланга начинала движение вперед. Воины снова запевали пиан. Вскоре песня заканчивалась, и очень вероятно, что это был знак для того, что фаланга вскоре будет остановлена и начнется выравнивание шеренг и рядов. И все знали, что по окончанию песни надо ждать звука сигнальных труб на правом командирском фланге. А как только это произойдет, то следует остановиться и выровняться. Выравнивание шло по правому ряду. При этом музыка не играла, и гоплиты соблюдали вновь полную тишину. Фукидид прямо об этом пишет в своей «Истории Пелопоннесской войны», книга 2, абзац 89. В этот момент по шеренгам полководец отдавал очередной приказ. Вновь подавались сигналы флагами и гудели трубы, и вся фаланга начинала движение. И кто-то скажет, зачем для остановки фаланги нужен пиан? Просто достаточно подать сигнал флагам и трубами. Не согласимся. Когда люди находятся в стрессе, им нервозности прибавляет неизвестность. И внезапный сигнал трубами – это не совсем то, что им нужно в трудную минуту. Ведь невозможно при движении вперед постоянно смотреть направо и ожидать поднятия флага.
Так строй будет ломаться, а воины будут нервничать. И все это, ввиду противника, может очень плохо кончиться. А так все знают, что спели песню и ждем сигнала. Протрубили, остановились, выровнялись. Дождались нового приказа в тишине. Снова сигнал флагами, ревут трубы и вновь запеваем песню и идем под ритмичную музыку флейт, выполняя приказ, отданный полководцам. Главное – держать строй. Так развлекаемся, пока не приблизимся к противнику на расстоянии одной из стадий – 190 метров. Когда человек понимает, что от него хотят, и успешно выполняет однотипные задачи, то волнуется он значительно меньше, и даже наоборот, появляется у него некая уверенность в себе, настрой на битву. А это крайне важно. При этом фаланги, состоящие из опытных воинов, пиан запевали примерно за 400-600 метров до противника, а перед сшибкой петь песню прекращали. Тем самым они показывали врагу, что умеют идти в ногу и держать строй без пиана. И очень скоро недруг узнает, как они умеют еще и сражаться. Таким образом, опытные воины пытались деморализовать своего противника, демонстрируя свою воинскую подготовку. При этом марш в тишине позволял командирам легче отдавать приказы войску. Также гнетущая тишина и звуки флейт и размеренный топот тысяч ног морально давил на неопытных врагов. Непосредственно перед атакой и завязыванием рукопашного боя вся фаланга издавала воинский клич «В честь Бога и не аллея!». Звучал он как «Алалалай!». По крайней мере, так его переводит Николас Секунда в книге «Армия Александра Великого», страница 40, раздел «Пехота, организация и тактика». При этом переводчица М.И. Максимова, переводя «Анабасис» Ксенофонта, книга 6, глава 5, абзац 27 и книга 1, глава 8, абзац 18, перевела этот клич как «А-ля-ля». При этом она ошиблась с переводом имени Бога, указав «Эннеалии» с двумя «Н», а в других источниках всегда пишется одна «Н». Ввиду ошибки М.И. Максимовой и явно более грозного звучания клича у Николаса Секунды, возьмем его версию перевода. Кстати, Эннеалии – это божество войны у древних микенцев. После краха их цивилизации у греков появился новый бог войны – Арес. Но его, по традиции, порой называли именем более древнего божества. Постепенно имя Эннеалии стало прозвищем Ареса. Мы немного отвлеклись. Вернемся к нашей наступающей фаланге. И вот впереди враг, до которого совсем близко. Настало время сомкнуть ряды и построить стену щитов. Как производить смыкание рядов, описывал в своей книге «Греция и Рим» Питер Коннелли. Его схема ошибочна. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы покажем его идею и нашу одновременно. Сверху экрана наша схема, а снизу Коннелли. Немного повторим пройденный материал. Перед нами спартанский лох времен Пелопоннесской войны. На нашей схеме отобразим построение лоха из 144 воинов на марше. Для начала покажем просто одну иномотию. Она состоит из 36 гоплитов, выстроенных в один ряд. Посмотрите, как иномотию на марше реконструирует Питер Коннелли. Она построена не в ряд, а в формацию 3 на 12. По дороге идет 3 ряда воинов. Это очень важно. Сейчас поясним, почему. На нашей схеме иномоти идут рядом друг с другом. Таким образом, лох строится в формацию 4 на 36 гоплитов. У Коннелли иномоти идут друг за другом, создавая формацию 3 на 48 гоплитов. Также интересно, что в своей книге Коннелли изобразил лох из 4 иномотий. Посмотрите вот здесь. А выше, показывая маневры иномоти, он одну иномотию не нарисовал вообще. Ему не хватило места на странице или он просто выкинул одну иномотию? Решительно непонятно, зачем он так сделал. Но вернемся к перестроениям. Почему мы считаем, что Коннелли ошибался? В военных тактиках античных авторов, например, Илиана или Ариана, в описаниях походных колонн македонской фаланги указывается расположение обоза на марше. Все варианты подробно мы разберем в фильмах про македонскую фалангу. А сейчас нас интересует тот вариант, когда обоз идет в окружении воинов.
Так строились, передвигаясь по территории, на которой был риск быть атакованными из засад врагом. В центре обоз, а с каждого края идет по 2 ряда воинов. То есть на дороге 4 ряда. Македоняне наверняка эту систему копировали с греков. А по схеме Коннелли невозможно обоз поставить на дорогу и прикрыть его с боков 2 рядами гоплитов, так как их банально всего 3, а не 4. С одного края, как ни крути, будет 1 ряд. И нам скажут, что у македонян было так, а у греков эдак. Из чего, мол, вы взяли, что должно быть одинаково? Важно то, что любой полководец на марше стремится максимально сократить протяженность войска. Как мы говорили ранее, средняя пропускная способность дорог была в 4 человека. Если можно идти в 4 воина, а построились в 3, то это удлинит колонну на 25%. Это увеличит время движения войска в точку назначения. Также увеличится время выстраивания войска на поле боя. При этом плотность войска на марше станет меньше, что создаст трудности для отражения атак противника из засады на эту колонну и так далее. Следовательно, как греки, так и македоняне строили походные колонны в 4 ряда. Поэтому наша схема, судя по всему, правильная, а у Коннелли ошибочная. Теперь покажем, как смыкали походную колонну в боевую. Наша схема. Каждый лох строился рядом друг с другом. При этом наши лохи строятся в единую фалангу сразу, между рядами 180 см. А лохи примыкают друг к другу без интервалов. Глубина фаланги 36 шеренг. У Коннелли между лохами расстояние в 10 метров 80 см. При этом одна иномотия по фронту 3,6 метра. Чтобы было лучше видно, уменьшим масштаб и разберем, как перестраивался конкретно лох. На нашей схеме смыкание рядов происходит следующим образом. Каждая иномотия подвигает бойцов, стоящих сзади, вперед. При этом из одного ряда получается 3. Весь лох строится в формацию 12 на 12 гоплитов. Это сомкнутая и готовая для рукопашного боя фаланга. На схеме у Коннелли лох выстраивается в формацию 12 на 12 посредством выдвижения целых иномотий, заполняющих довольно большие дыры в построении. Держать дистанцию между рядами в 180 см на перестроениях по нашей реконструкции довольно легко. Как мы говорили ранее, это делалось при помощи копий. А вот как выдерживать дистанцию в 10 метров 80 см между отрядами по Питеру Коннелли, совершенно непонятно. При таком перестроении неминуемы серьезнейшие проблемы и ошибки с дистанцией и разрывы строя фаланги будут неизбежны. И надо много времени, чтобы восстановить все эти разрывы строя или чрезмерное его уплотнение. В нашей схеме перестроения фаланги с походной на БУ таких проблем нет вообще. При этом Коннелли идет еще дальше. Он смыкает лох еще раз. Получается формация в 24 на 6 гоплитов. В глубину его фаланга всего 6 шеренг. Но в первоисточниках мы нигде ни разу не встречали, чтобы греки строили фаланги в 6 шеренг. Есть данные о 8, 11, 12, даже 16 шеренгах, но не 6. При этом Коннелли считает, что иногда, например, битва при Платеях, классическая фаланга смыкалась в 4 шеренги по ровно той же схеме. Этого также не могло быть. Еще раз обратим ваше внимание на то, что по нашей реконструкции лохи прямо с марша, без каких-либо дополнительных телодвижений, выстраиваются в разомкнутую фалангу. Именно такая фаланга потом перемещается по полю боя в сторону врага. А по Коннелли фаланга сразу смыкает ряды достаточно плотно. И уже в таком виде идет на бой по полю боя. Ранее мы рассказывали вам, с какими проблемами она при этом неизбежно столкнется. Да и в первоисточниках прямо указано, что смыкание рядов производилось за стадию до противника. Хотя, видимо, Коннелли считал, что его уплотнение до 6-4 шеренг было именно перед сшибкой. Но все же, выражая уважение к Питеру Коннелли, мы отметим, что он верно показал сам принцип уплотнения строя. Не схема, а именно принцип. Он все же был довольно разумным исследователем, не чета современным реконструкторам, которые строят совершенно нерабочие схемы перестроения фаланг. Их мы уже обсуждали в первом нашем фильме.
Чтобы вас не запутать, разберем то, как классическая фаланга из 8 шеренг выполняла все приведенные выше перестроения. Иномотии строились в ряды. Одна иномотия – один ряд. Это разомкнутая фаланга, которая перемещалась по полю боя, как мы и показывали ранее. Глубина фаланги при этом 25 шеренг. Дойдя до противника, она смыкалась. Каждый ряд делился на 3. Таким образом, два ряда выстраивались слева от командирского ряда. Так получалась фаланга из 8 шеренг. Именно в таком виде она и начинала рукопашный бой. Заметим, что факт о том, что фаланги наступали в 25 шеренг, имеются в первоисточниках. А описание смыкания рядов с 8 до 4 шеренг, как полагал Коннелли, нигде нет. В этом фильме мы приведем пример битвы при Делии, где все это покажем. Давайте теперь с вами разберемся, как именно происходило наложение щитов друг на друга. Теперь в шеренгах воины стояли достаточно плотно друг к другу, и начиналось непосредственное строительство стены щитов. Щиты накладывали друг на друга, причем не абы как, а строго правым краем своего щита воин прикрывал левый край щита товарища, то есть накладывал сверху. Это делалось для того, чтобы строй нельзя было прорвать. Чтобы щит не болтался в руке, он должен иметь хотя бы 3 точки опоры. Первая точка – колено, вторая точка – локоть и плечо левой руки, третья точка – локоть и плечо левой руки товарища справа. Только при таком наложении щитов прорвать их будет крайне сложно. В интернете на иллюстрациях, как правило, изображают фаланги, в которых щиты расположены друг к другу в стык, или между щитами имеется некое расстояние. Либо наложение щитов друг на друга неверное. Такие реконструкции совершенно неправильные. Посмотрите на вот это видео. Между бойцами, не наложившими правильно щиты, можно запросто пройти. Представьте, что это сделает враг в бою. Либо пнет в правую часть щита ногой, щит сыграет, отвернется в сторону и откроет бок несчастного гоплита, куда вонзится нечто острое. Поэтому правильное наложение щитов было крайне важным для гоплитов. В македонской фаланге щиты не накладывались друг на друга, так как по размерам они отличались от аргивских щитов. Но если македонская фаланга смыкалась в синаспис, то происходило наложение. Но к этому мы еще вернемся в будущих фильмах. Там было все несколько сложнее. Так вот, у греков начиналось строительство стены щитов. И тут проявлялась вучка гоплитов, особенно их командиров – лохага, пятикантеров и эномотархов. Если они шли правильно по полю боя и выдерживали расстояние между собой в 180 см, то фаланга быстро строит стену щитов и может после этого начинать наступление на врага. На каждого гоплита теперь приходится по фронту 60 см. Если же командиры расползлись по полю боя при движении или сбились в кучу, то никакого щитового строя построить не выйдет. Либо получится, что на это потребуется много времени. А время крайне ценно ввиду того, что на тебя наступает противник и до него осталось пара сотен шагов. При наложении щитов происходило выравнивание по правому бойцу, и фаланга начинала движение вправо, закрывая бреши. При этом сотня полководца стояла на месте. Это был самый опасный момент. Фаланга с опытными бойцами проводила это выравнивание быстро, с незначительным продвижением вправо и могла начинать наступление. А вот нетренированные фаланги вынуждены были продолжать движение вправо, чтобы прижаться друг к другу щитами и закрыть бреши. И это могли быть десятки метров. Например, если каждый из 4 командиров первой шеренги ошибется, и дистанция между рядами будет больше хотя бы на локоть, то при смыкании рядов и на мотии эти 45 см надо будет пройти вправо. На сотню это уже почти 2 метра. А если в фаланге в 1000 гоплитов каждый ряд ошибется на дистанцию 45 см, то получится разрыв фронта уже в 20 метров. И если в фаланге 10 тысяч воинов, то это уже катастрофа. Где-то, конечно, будет наоборот, и воины собьются в кучу, и несколько рядов просто не смогут встать в строй. Но это не критично. А вот те места, где будут разрывы, это практически приговор фаланги, и их необходимо было закрыть максимально быстро и не сломать строй.
Именно в этот момент неопытные бойцы, видя, к примеру, надвигающийся на них лакедемонян, начинали разбегаться, понимая, что раз они толком дойти до противника строем не могут и допустили разрывы в фаланге, то какие у них шансы в рукопашном бою? Ведь в эти бреши сейчас ворвутся гоплиты врага, и поэтому, не дожидаясь ужасной развязки, слабые фаланги разбегались, даже не вступая в бой. Таких примеров много в источниках. Это не говорит о тотальной трусости греков. Просто гоплиты знали, что фаланга, нарушившая строй, обречена на поражение, и сопротивление не имеет смысла. Даже спартанцы, нарушившие строй, неоднократно бывали разбиты и бежали с поля боя, что уж говорить о простых смертных. Опытные фаланги, сомкнув ряды, начинали движение еще с расчетом на то, чтобы охватить левый фланг противника. Тогда из уст уста передавался приказ по шеренгам «следовать за правым флангом», и вся фаланга начинала смещение вправо. Так охватывался противник, что приводило к его разгрому. Ксенофонт. Греческая история. Книга 4, глава 2, абзац 19. Обход фланга противника – это не способ удрать командиру из боя, как читал Голдсуорси, а тактика боя. К тому же фаланга смещается вправо и без команды, так как все воины жмутся вправо, накладывая свои щиты на щит товарища, стоящего с ним в одной шеренге. То есть фаланга и сама по себе ползет немного направо при движении на врага, а по приказу делает это быстрее и умышленно. Ксенофонт прямо на это указывает. Греческая история. Ксенофонт. Книга 4, глава 2. Абзацы с 18 по 23. Давайте разберем феномен бега фаланг. Если вы знакомы с творчеством Ксенофонта, Фукидида и других античных авторов, то наверняка заметили то, что они описывают моменты, в которых фаланги при маневрах начинают передвигаться бегом. Обратим ваше внимание на то, что реальный бег фаланг не имел ничего общего с теорией Голдсуорси, о которой мы говорили в первом фильме. Никакой хаотичной беготни по полю боя не было. Как вы уже знаете, фаланги шли друг на друга разомкнутым строем, глубиной в 25 шеренг. Они должны были остановиться друг перед другом за 200 шагов и начать смыкать ряды. Но это в идеале. На практике же, при наступлении на врага, фаланги, состоящие из опытных гоплитов, шли уверенно, не нарушая строя, а фаланги классом пониже приходили в расстройство. У них ломался строй, сохранение которого было крайне важным для рукопашного боя. И когда командир фаланги профессионалов видел, что противник находится в замешательстве, он приказывал своим воинам наступать бегом, чтобы максимально быстро сократить расстояние до врага, пока тот потерял строй или не мог закончить маневр, а значит, не способен вести правильный рукопашный бой. Приказ на бег отдавался лишь в том случае, если командир четко знал, что бег не нарушит рядов его собственной фаланги. Ксенофонт. Греческая история. Книга 7. Глава 2. Абзац 21. Второй фаланги мог нарушить рельеф местности, либо находящиеся в опасной близости от фаланги вражеские пельтасты и всадники, которых некем было нейтрализовать. Это крайне важно. Приказ о начале бега отдавался по шеренгам и рядам из уст в уста, и после сигнала трубы фаланга одновременно переходила на бег или ускоренный марш. Приведем пример ускоренного марша фаланги на противника. Рассмотрим кратко битву при Делии, случившуюся в 424 году до нашей эры. Фукидид. История Пелопоннесской войны. Книга 4. Абзацы с 93 по 99. В литературе масса неправильных реконструкций этой битвы. Сражение интересное и достойно того, чтобы его разобрать в отдельном фильме. Так вот, там прямо классический пример того, как работает наша теория. Фиванцы и другие биотийцы наступают на афинян. Противоборствующие фаланги разделяют холм, и фиванцы не видят, где конкретно стоит их враг. Так они выходят на вершину холма в разомкнутом строе, то есть в 25 шеренг глубиной. Их союзники плюс-минус также. А вот афиняне уже построились и сомкнули ряды и стоят в 8 шеренг, причем на ровной местности под холмом и ждут неприятеля. Мы не думаем, что афиняне изначально выстраивались в неподходящей для боя местности. Они встали именно на ровном участке поля боя и ждали приближения врага.
И вот перед ними показался неприятель, построенный разогнутым строем. При этом большая часть биотийского войска была неопытной, биотийцы начали спускаться с холма. Наверняка местность была пересеченной, и могли они это делать только в разогнутом строю. И так как у них было много неопытных бойцов, они нарушили строй. Причем нарушили настолько серьезно, что это привлекло внимание афинян. При этом афиняне сначала послали в бой свою легкую пехоту, псилов. Они были вооружены камнями и редко дротиками. Не было у них даже щитов. Афиняне надеялись, что их псилы победят легкую пехоту биотийцев из-за превосходства в численности. Но это была ошибка. Противник хорошо вооружил своих застрельщиков, и они, причинив огромные потери, опрокинули легкую пехоту афинян. Полководец афинян Гиппократ решил подловить гоплитов-биотийцев на перестроении, пока их фаланга не выровняла ряды и не сомкнулась в боевой порядок из походного. Он приказал фаланге покинуть удобный для боя участок местности и атаковать ускоренным маршем. Бежать сомкнутая фаланга не может, а вот ускоренно наступать вполне способна. При наступлении правый фланг афинян угодил в ручей и потерял строй. Явно, что это все не планировалось заранее и было продиктовано желанием застигнуть противника на перестроении. Но хаотично отступающая легкая пехота затормозила атаку, и враг в целом сумел выровняться и подготовиться к рукопашному бою. Афиняне на своем правом фланге смогли окружить биотийцев и потеснить их. Но на противоположном фланге точно так же смогли окружить афинян уже фиванцы. Получилось классическое закручивание сражающихся фаланг против часовой стрелки. Фукидид в своем сочинении не просто так написал, что перед началом сражения биотийцы были построены в 25 шеренг, а афиняне в 8. Фукидид хотел сказать этим, что фиванцы не успели перестроиться, а не то, что они решили продавить противника массой. Современники писателя понимали смысл написанного, так как для них это было просто очевидно, и требовалось расписывать и объяснять, а вот современные исследователи запутались. В битве фиванцы потеснили афинян, и тех и других было по 8 шеренг. Успех фиванцев был связан с тем, что традиционный левый фланг афинян был слабым, а фиванцы были воинами более высокого класса. Плюс афиняне после ускоренного марша устали, что непременно сыграло на руку их врагам. А дальше события разворачивались очень неожиданно, но про это мы сделаем отдельный фильм. Оставим такую небольшую интригу на будущее. Вот это наглядный пример того, как работает наша теория о смене шеренг фаланги и движению их по полю боя. А в интернете описывают эту битву просто, мягко говоря, нелогично. Ответьте сами себе на вопрос, зачем афиняне, стоя на удобной для боя местности, увидев наступающего противника, который ведет фалангу якобы втрое глубже, чем у них, срываются с места и сами, ускоренным маршем, теряя драгоценные силы, движутся на врага, делая свое непростое положение значительно более трудным. Опять же, наступают они вверх по склону. При этом же сам Фукидид пишет, что численность войск была одинаковой. А как же тогда фиванцы построили фалангу втрое глубже, чем у афинян при сохранении равной протяженности фронта? А если нашу теорию наложить на древний текст, то становится понятным, зачем афиняне пошли в атаку. И все становится на свои места без всяких фантазий о 25-шеренжной фаланге фиванцев, которая якобы, как молот стекло, пробивает любой строй. Не было такого. У них была обычная фаланга в 8 шеренг. Фиванская фаланга глубиной в 25 шеренг – это один из мифов, который мы опровергаем в наших фильмах. И таких мифов еще очень-очень много. Как говорится, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы продолжим. Впереди много интересного. Приведем еще один пример ускоренного марша фаланг. Греческая история. Ксенофонт. Книга 5, глава 3, абзацы с 4 по 6. Сражение под Олимфом, 381 год до нашей эры. Спартанский полководец Телевтий послал гоплитов быстрым шагом вместе с пелетастами преследовать вражескую конницу. Олимфская конница завела своих преследователей под стены родного города. Строй спартанцев был нарушен, и они устали от быстрого марша. Тогда их атаковала развернувшаяся кавалерия и вышедшие ей из города на помощь пельтасты и гоплиты олимфян. Спартанцы под давлением конницы и пельтастов не смогли восстановить строй.
подошедшие гоплиты Олимфян уничтожили спартанцев в открытом бою. Лучшие воины Эллады бесславно гибнут по причине усталости и сломанного строя. Лакедемоняне понесли огромные потери, был перебит весь цвет войска, в том числе погиб и сам полководец Телевтий. Ну что тут сказать? Добегались. Поэтому греки ускоряли шаг и бегали при маневрах лишь тогда, когда были уверены в том, что они сломают строй и сумеют поймать противника на пересеченной местности или захватить нужный участок местности. Ошибка при таком способе передвижения приводила к страшным последствиям. При этом подчеркнем, что бегала фаланга именно при маневрах. Никто не собирался атаковать противника с разбега. Фаланга профессионалов при беге разомкнутым строем сокращала максимальное расстояние до врага, останавливалась и смыкала ряды, готовясь к последнему броску уже в правильном щитовом строе. В этот момент у них было несколько минут, чтобы привести свое дыхание в норму после пробежки. При этом противник, застигнутый врасплох, не успевал выстроиться для боя и, понимая, что бой проигран, не вступал в схватку и разбегался. Ксенофонт. Анабасис. Книга 4, глава 8, абзацы с 10 по 19. Повторюсь, что даже спартанцы, сгрудившиеся в толпу, ничего не могли противопоставить атакующей их фаланге противника, которая сохраняла правильный строй. Приведем выдержку из Ксенофонта. Ксенофонт. Анабасис. Книга 1, глава 8, абзацы с 17 по 20. Который хорошо иллюстрирует описанное выше. Битва при Кунаксе, 401 год до нашей эры. Эллины в качестве наемников сражаются в гражданской войне в Персии на стороне претендента на царский трон – Кира. Греки застигли пехоту противника врасплох. Просто послушайте, как это описывает Ксенофонт. И тут все подняли крик в честь бога Энеалия и побежали вперед. Рассказывают, будто некоторые солдаты также ударяли щитами о копья, пугая коней. Варвары, построенные фалангой, дрогнули прежде, нежели стрелы и копья стали долетать до них, и побежали. Тогда эллины пустились преследовать их изо всех сил, причем они криками призывали друг друга не бежать, а следовать в строю. Колесницы понеслись, одни сквозь ряды самих же неприятелей, а другие, лишенные возниц, сквозь ряды эллинов. Но эллины, замечая их всякий раз, расступались. Были такие солдаты, которыми овладевал ужас, как на гипподроме. Даже из них, говорят, никто тогда не пострадал, и вообще никто из эллинов в этом сражении ничего не претерпел, если не считать одного человека на левом фланге, который, как передавали, был ранен стрелой. Греки явно бегут разомкнутым строем, так как они могут расступаться перед колесницами, несущимися на них. А как они расступались? В каждом лохе ряды просто прижимались вправо к командирскому ряду и образовывали коридоры для колесниц. Для такого маневра у греков были отдельные команды, они сохранились в македонских военных уставах. Когда дойдем до македонской фаланги, мы к этому еще вернемся. Помните из первого нашего фильма реконструкцию смыкания рядов, выполненную греческим военно-историческим клубом с YouTube-канала Одесса Стратос? Их перестроение также повторяют французы из клуба Соматофилак. Они, видимо, видели приказы, существующие в македонской фаланге из тактики Ариана, Асклепиадота или Элиана. И именно приказ сомкнуться вправо, но поняли его они неправильно, посчитав, что это и есть приказ о строительстве стены и щитов. А этот приказ отдавался при других обстоятельствах. Он был необходим именно для уклонения от препятствий, в том числе колесниц, как показали мы. Но ранее в этом фильме мы уже показали, как строилась стена щитов. А в данном случае, пропустив колесницы свой тыл, гоплитам подавалась команда «Вернуться!». И строй восстанавливался. Такой маневр использовался греками регулярно, именно при движении фаланги разомкнутым строем. Повторим еще раз, что именно так обходились препятствия, возникающие перед лохом во время движения на противника. Пускать колесницы на противника без возниц была или тактикой персов, или трусостью конкретных возниц. Возницы, не желая погибать, разгоняли коней и выпрыгивали из повозок до столкновения с врагом. Колесницы по инерции неслись на врага. Лошади, оставшись без управления, скакали в пустые места, то есть между рядов. Им вовсе не хотелось налетать на стену из людей, копий и щитов.
Получалось, что персидские колесницы – это беспилотники античности. Однако с наведением на цель у них были серьезные проблемы. Если бы греки бежали в сомкнутом строю, то колесницы их подавили бы, так как гоплитам некуда было бы расступаться, а кони не могли бы остановиться так резко, и строй был бы однозначно нарушен, и тогда были бы большие потери, а то и полный разгром. Но когда животные, впряженные в колесницы, видели брешь в строю, то направлялись туда, не причиняя особого вреда людям. Как говорится, лошадям тоже хочется жить. Пример, когда две колесницы влетели в пехоту и затоптали там множество воинов, а потом еще развалили строй, приводит Ксенофонт. Ксенофонт. Греческая история. Книга 4, глава 1, абзац 17. Там греки были застигнуты на марше и не имели правильного боевого построения. Они просто сбились в кучу. Это не позволило им уклониться от боевых повозок врага. В пробитые бреши влетела сразу же вражеская конница. Отряд из 700 эллинов был разбит, потеряв 100 человек убитыми. И был бы выбит под ноль, если бы не подоспевшие на помощь гоплиты. Так что не стоит недооценивать колесницы. К тому же при Гавгамелах колесничим спрыгивать с повозок запретили под страхом казни. И колесницы нанесли македонянам существенный урон, хотя фалангиты также расступились перед ними. Этот фокус им помог частично. К тому же в бреши ворвалась конница, которая вышла в тыл македонцам и приняла участие в захвате их лагеря. Надеемся, что когда-нибудь мы доберемся и до этой эпической битвы. Ну а сейчас вернемся к битве при Кунаксе. В этом бою, во время бега, строй греческой фаланги не сломала и не превратилась в толпу. Однако в тексте есть противоречие. Тогда эллины пустились преследовать их изо всех сил. Причем они криками призывали друг друга не бежать, а следовать в строю. То есть бежали изо всех сил, но требовали друг от друга не бежать. Что-то в этом переводе не так. Эти слова нужно было перевести следующим образом. Тогда эллины пустились преследовать их изо всех сил. Причем они криками призывали друг друга не выбегать из строя, а следовать в строю. Теперь противоречия между переводом и здравым смыслом и логикой нет. Видимо, копейщики-египтяне, служившую персидского царя Артаксеркса II, не успели выстроить боевое построение, и греческие наемники Кира подловили их на перестроении. И именно для этого эллины побежали в атаку. А их противники, смешав свои ряды, даже не попытались противостоять сохранившей строй фаланги. Они просто обратились в бегство, понимая, что шансов на победу у них нет. И дело тут не в том, что варвары против благородных эллинов просто грязь под ногтями. Мы видим из древних текстов, что любое построение потерявшего строй, столкнувшись с построенной правильно фалангой, потерпит неминуемо поражение. Ксенофонт в Анабасисе описывает штурм холма, занятого вражескими застрельщиками. Ксенофонт, Анабасис, книга 4, глава 2, абзац 11 и 12. Тогда, ободряя друг друга и построившись в прямые лохи, они бросились на холм, однако не со всех сторон, но оставив врагам лазейку на случай, если те решат бежать. Пока они поднимались вверх кто где мог, варвары стреляли и бросали в них камни. Однако они, варвары, не подпустили их на близкое расстояние, бежали и покинули этот пункт. При этом переводчица Максимова дала ссылку на то, как она понимает слова Ксенофонта про прямой лох. Приведем эту ссылку. Прямые лохи – тактическое построение войска, соответствующее колонне. При таком построении боевая сила не образует по фронту непрерывных рядов, как при фаланге. Отдельные отряды, лохи, строятся таким образом, что имеют большую глубину, чем ширину. Затем лохи наступают. Причем по фронту каждый из них отделен от соседнего значительным расстоянием. На самом же деле мы видим, что греки идут на приступ холма просто разогнутым строем, который мы подробно описывали в этом фильме. Это и есть прямые или у других переводчиков длинные лохи. Это не просто построение колонны, идущей друг на друга на значительном расстоянии, как думала М.И. Максимова. Как мы говорили ранее, греки строились разомкнутым строем при перемещении по пересеченной местности. Поэтому и есть в словах Ксенофонта такой вот фрагмент. Они поднимались вверх кто где мог, то есть обходя складки местности.
На самом же деле мы видим, что греки идут на приступ холма просто разомкнутым строем, который мы подробно описывали в этом фильме. Это и есть прямые или у других переводчиков длинные лохи. Греки строились разомкнутым строем при перемещении по пересеченной местности. Поэтому и есть в словах Ксенофонта такой вот фрагмент. Они поднимались вверх, кто где мог, то есть обходя складки местности. Эллины шли не плотными колоннами, спотыкаясь о каждый булыжник, а глубокой разомкнутой фалангой. Видимо, перед вступлением в ближний бой построение должно было сомкнуться, но враги, не дожидаясь этого, бросили позицию и убежали. Обратите внимание вот на эти вот фразы переводчицы. Боевая сила не образует по фронту непрерывных рядов. По фронту каждый из них отделен от соседнего значительным расстоянием. М.И. Максимова поняла эти фразы неверно. Она писала, что прямые лохи по фронту не образуют фалангу, то есть непрерывную линию рядов. Значит, Ксенофонт прямо указал, что наступали греки разомкнутым строем, то есть не накладывая щит на щит, прижимаясь друг к другу. Но переводчица не могла этого до конца осознать и дописала, что между лохами было значительное расстояние. А вот тут она уже подогнала древний текст под свое видение битвы, которое в корне ошибочно. Если бы лохи наступали так, как считает М.И. Максимова, то что мешало застрельщикам врага окружить и перестрелять сбившихся в колонны гоплитов? Но почему-то наши ученые в 1951 году таких элементарных вопросов себе не задавали. При этом Ксенофонт пишет, что стрелы противника били очень сильно. Кардухи натягивали тетиву при помощи ног, а стрелы были метровой длины. Так что греки подобранные стрелы использовали как дротики, приделывая к ним ремни. В этой битве Ксенофонт потерял двух друзей. Одному прострелили голову, пробив ее насквозь, а второму прошибло и щит, и доспех. Да так, что он от ранения умер. Ксенофонт дважды подчеркнуто говорит, что стрелы, пущенные таким способом, пробивали щиты и броню, нанося смертельные ранения. А Максимова строит греков колоннами с открытыми правыми боками, да еще и с большими дистанциями между колонн. Прикрываться щитами в таких условиях будет проблематично, а потом переводчица в таком виде отправила эллинов на убой. Если бы Ксенофонт так на самом деле выстроил своих воинов и повел их в атаку, то Анабасис писать было бы некому. Мы считаем, что правильнее переводить не прямые лохи, а длинные лохи. Кривых лохов не бывает, а длинные – более подходящее определение под строй воинов, имеющих по фронту 4 бойца и в глубину 36. Ксенофонт описал еще один бой с применением длинных лохов. Анабасис. Книга 4, глава 8, абзацы с 9 по 19. Зачитывать весь текст не будем. Кому интересно, нажмите на паузу, мы его просто разберем. Греки сражаются с колхами. Противник расположился на гористой, пересеченной местности. Сначала стратеги построились в фалангу, но поняли, что наступать по данной местности невозможно. Ксенофонт прямо указал, что одни лохи будут наступать быстро и легко, а другие замедлятся, и строй фаланги расстроится. Это очень важно, так как он говорит, что нельзя разрывать строй фаланги. При этом, если идти с сомкнутой фалангой, то противник ее обойдет с фланга, а если растянут строй, то греков можно будет прорвать в любом месте из-за тонкости построения. Обратите внимание, что это перевод М.И. Максимовой. К этому фрагменту нет у нас претензий. Но далее вторая половина ее описания битвы противоречит первой и здравому смыслу. По Максимовой греки строятся длинными лохами и между ними имеют значительное расстояние. При этом якобы Ксенофонт говорит, что когда противник попытается прорваться в промежутке между отрядами гоплитов, то они друг другу помогут. У нас возникает резонный вопрос. Если наступая плотной формацией гоплиты боялись разорвать хоть чуть-чуть свой строй, и Ксенофонт говорит, что если нас прорвут хоть в одном месте, то нам конец, то теперь они встали с дырами между отрядами и не боятся разорвать боевую линию и окружение? У них же все построение сплошное решето. Построившись со значительными промежутками между лохами, их гарантированно разобьют и развалят строй, чем если бы они шли плотной массой, допустив разрыв строя в нескольких местах. Но переводчик такого противоречия в своем тексте не видит. Ну а далее текст содержит слова, что с флангов, а точнее вне флангов, стоят отряды по 600 пельтастов.
По центру также наступают 600 греческих пельтастов. Мы думаем, что Ксенофон предложил наступать длинными лохами, а наступление прикрыть пельтастами как спереди, так и с флангов. Причем фланговые застрельщики отошли немного в сторону, грозя колхам, окружением. Создав им такие проблемы, они отвлекли внимание врага от наступающей фаланги. Колхи бросились отражать окружающие отряды пельтастов, но не умея маневрировать на местности, разорвали свой строй в центре. Тогда фаланга греков перешла на бег. Колхи увидели, что гоплиты стремительно к ним приближаются, а у них разрыв боевой линии в центре. Из фланга их окружают пельтасты. Стало очевидно, что восстановить боевую линию они уже не успевают. Варвары поняли, что битва уже проиграна, и обратились в бегство. Греки заняли стратегическую высоту. Опять мы видим бегущую фалангу, да еще и по пересеченной сложной местности с целью занятия стратегической точки на поле боя. Маневр совершался бегом не потому, что, как считают заморские исследователи, гоплиты так боялись кровопролития, что с перепуга хаотично начинали бегать и метаться по полю боя. Греками двигали совершенно иные соображения. И на эту реконструкцию битвы нам предъявят фрагмент из Ксенофонта «Анабасис», книга 5, глава 4, абзац 22, в переводе М.И. Максимовой. Там описывается интересное построение греков и их союзников, массенойков, в сражении. Послушайте фрагмент. Греки построились прямыми лохами, поместив варваров в таком же строю на левом крыле, и выступили, имея стрелков между лохами, немного отступая от фронта гоплитов. То есть опять, по мнению переводчиц, речь идет о том, что гоплиты выстроены длинными лохами, между которыми промежутки. В этих промежутках расположились пельтасты. При этом застрельщики выдвинулись вперед на врага. Построение приобрело вид шахматного порядка. В таком виде они вступили в бой. Стрелки не смогли победить противников и были потеснены ими. И в дело вступили гоплиты, которые обратили врага в бегство. Эта интерпретация битвы переводчицы противоречит ее же переводам более ранних фрагментов из Анабасиса, где она же писала, что легкая пехота проходит сквозь ряды гоплитов. Ксенофонт, Анабасис, книга 5, глава 4, абзац 14. То есть не мимо лохов по некоторым промежуткам, а через ряды. К тому же у эллинов в этом походе было мало застрельщиков, и закрыть все промежутки между лохами они бы не смогли. Поэтому описанный Максимовый шахматный порядок не существовал. Легкая пехота прошла сквозь ряды гоплитов, построенных длинными лохами, то есть с промежуткой между рядов в 180 см. То есть между рядами гоплитов достаточно места, чтобы там мог пройти ряд пельтастов. Легкая пехота выстроилась в линию, прикрыв собой фалангу. Сражались застрельщики, построившись единой линией, без разрывов. Точно так же эта легкая пехота отступала под натиском врага. После этого гоплиты сомкнули строй и вступили в сражение в плотной фаланге, что привело к разгрому противника. При этом кто-то скажет, что враг на головах легкой пехоты ворвался бы в ряды гоплитов, еще не построенных для боя. Конечно, такое могло быть, но нужно помнить, как шел стрелковый бой. Дистанция перестрелки дротиками 25-30 метров. Отступающие застрельщики греков имели фору перед противником метров в 20. Также они находились на отдалении от самой фаланги, а враги не рискнули бы их преследовать. Нужно помнить, что гоплиты вполне могли совершать контратаку бегом, и уставшие застрельщики врага побаивались слишком близко подходить к фаланге, которая была готова к бою. Если бы бой происходил так, как описывает М.И. Максимова, то после отступления застрельщиков в бой вошла бы фаланга с разорванным строем. И их бы точно так же сначала закидали дротиками, а потом еще и в ближнем бою имели бы возможность окружать эти лохи по одному, заходя в промежутки, которые оставили без прикрытия отступившие застрельщики. На практике пехота, построенная в шахматном порядке, будет уничтожена теми, кто атакует их, построившись сплошной линией. Напоследок, мы не можем пройти мимо канала канадских реконструкторов. Они, как, впрочем, и все прочие зарубежные любители истории, являются приверженцами теории толкания Хэнсона. И Голдсворс у них в чести. В первом фильме мы разбирали этих экспертов. Нам, в рамках нашего фильма, интересно мнение канадцев по поводу перемещения фаланг по полю боя. Они как раз демонстрируют нам свои наработки в этой области. Понять их версию перестроения до конца мы не можем. Предположим, что по их мнению, перемещаясь по дороге, лох делился на два ряда, по 50 человек в каждом. По полю они перемещаются, выдерживая весьма условное расстояние между двумя рядами.
Все делается на глаз. Затем каждый ряд формирует свою коробочку. Мы видим, как отряд размыкает строй, вытягиваясь в длинный лох. Видимо, также они и смыкают ряды. Обратите внимание на то, что коробочки стоят друг от друга на расстоянии, не формируя сплошной стены щитов. Хотя до противника осталась совсем небольшая дистанция. Надеюсь, что посмотрев наши фильмы, вы убедились, что так строиться нельзя. К тому же глубина фаланги, по мнению канадцев, примерно 4 шеренги. Видимо, это они подглядели у Питера Коннелли. В целом канал новый и интересный, но налицо все те же ошибки и игнорирование первоисточников, либо неверное их понимание. Кто-то, посмотрев наш фильм, обвинит нас в том, что мы, являясь непрофессиональными историками, слишком много на себя берем, критикуя настоящих историков с дипломами и реконструкторов. Назовут они нас диванными экспертами. Мы же скажем в свою защиту, что ходить строем нам приходилось, в том числе и щитовым. На вопросы, поставленные в данном фильме, мы дали ответ, да еще и привели ссылки на первоисточники. Все же наши оппоненты свои умозаключения высосали из пальца, не приводя никаких доказательств. Либо, как М.И. Максимова, запутались в переводе текстов, предложив гипотезы, которые на практике не работают. При этом мы подчеркнем, что имеем огромное уважение и к Максимову, и Питеру Коннелли, и Фрейзеру, и парням с этих иностранных клубов, которые искренне пытались и пытаются найти правду. А вот этим двум персонажам место на РЕН-ТВ в программах Прокопенко. К сожалению, именно они сейчас в тренде. Раз уж мы критикуем других историков, называя их имена, было бы честно назваться нам и самим. Назовем наше открытие теорией братьев Ногайцев. Вы сейчас ознакомились с первой частью нашего открытия. Дальше будет интересно и познавательно. Также заметим, что авторские права на данное открытие мы зарегистрировали. Использовать открытие можно только с нашего согласия. Также мы существенно расширили план предстоящей работы. Он перед вами на экране. В третьем фильме мы разберем нашу версию того, как, собственно, шел рукопашный бой. А вы пока можете ознакомиться со всем списком фильмов. Надеемся, что для настоящих любителей истории мы сумели поставить интересные вопросы. Вы получили на них исчерпывающие ответы. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Благодарим всех тех, кто поддержал наш проект как материально, так и лайками и комментариями, а также продвигает наши идеи.